Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: телеграм нехорошо или даже плохо? У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папы этого ответ повторял я в вышке. Больше я по топтунам, по стрельбе, по слежке. Мне, сынок, твой телеграм как хомут в пробежке. Но раз ты меня спросил, видимо, с подвохом, Искандеры хорошо, интернеты плохо. Если мальчик в Твиттер пишет в адрес Путина стишок, очень важно знать, чем дышит мальчик, сев на свой горшок. Если кто кричит «не трожь» тех, кто протестует, этот парень нехорош, пусть его прессуют. Вон какой-то карапуз всем грозит ракетой. Плохо это? Хорошо? Подождем до лета. Если в Конституцию кто-то тычет пальчик, про такую скажем мы: вообще не мальчик! Этот мальчик лес украл. Правда? Мы так скажем. И зеленочкой ему рожицу намажем. Если скажет, кто в сети: Путин узурпатор. Мы такому а-та-та штыковой лопатой. Ихний западный прогресс нам до голенища. Так давай отправим в лес. Пусть валежник ищет. Я смотрю, ты понял все. Хоть похож на лоха. Чтоб нам стало хорошо, пусть всем будет плохо.